Берестейский край славится талантливыми и трудолюбивыми людьми, которые постоянно радуют и удивляют своими произведениями как ценителей искусства, так и обывателей. Накануне в городе над Бугом открылась выставка работ рукодельниц, посвященная цветам. Около 8 десятков работ, копий живых природных украшений были представлены общественности накануне в рамках открывшейся в краеведческом музее экспозиции. Это выставка, которая посвящена цветам. Ну, это такое чудесное творение природы, которое всегда вдохновляет людей на какие-то создания стихов, художественных работ. Ну и вот в это холодное время года, когда за окнами у нас метель сегодня так метет и морозец, в общем, ну очень неприятно так для человека. Вот мы решили и сделать такую выставку, очень яркую, очень красивую и необычную. На выставке представлены экспонаты из бисера, а также вышитые и написанные картины. Каждая из них настоящий шедевр, в создание которого было вложено много тепла и хорошего настроения. Мастерицы, которые лично принимали гостей на церемонии открытия, признаются, что за работу садятся только находясь в гармоничном состоянии, чтобы не передавать негативные эмоции. Так и произведение искусства будет жить дольше, и любовь зрителей ему будет обеспечена. Я никогда не начинаю работу, когда у меня вот дисгармония какая-то. Вот никогда не начинаю, потому что тогда оно тяжело и не ложится так, как надо, и ты недоволен. А когда это вот, во-первых, выбирается работа, которая откликнулась. Вот ёкнула, ага, вот это надо. И тогда она идет легко и свободно, и никакого напряжения. Это получается огромное удовольствие. Представленные на экспозиции работы из бисера – дело рук воспитанниц кружка по интересам 30-й школы города над Бугом. Красочные и разнообразные цветы настолько скрупулезно и детально исполнены, что порой кажутся живыми. Юные рукодельницы занимаются бисероплетением не один год и признаются, что главным секретом успеха в таком ремесле является любовь к делу, которым занимаешься, а также терпение и усидчивость. Я бисероплетением занимаюсь 2 года. И пошла, потому что мне просто нравится это делать. Терпение надо, усидчивость. Когда захочется, тогда и делаешь. Ну, я начала заниматься с 5 класса, когда только перешла в 30-ю школу. После начальной предложили заниматься, и вот мне было интересно, и я начала этим заниматься. Окунуться в настоящую весеннюю атмосферу, насладиться цветочной красотой и разнообразием, а также приобщиться к увлекательному миру творчества и рукоделия берестейцы смогут еще почти месяц. Экспозиция будет открыта для посетителей до 22 февраля.